Приветствую вас, друзья! Давно не виделись. Сейчас я веду прямую трансляцию прямо с Везувия. Представляете, за мной вот там вулкан Везувий, который рванул в 1944 году. И теперь вот этот кратер мы имеем счастье наблюдать. Вокруг люди, и я заметила, что они едят. То есть они поднялись, небольшой подъем на самом деле, 146 метров, но они достали свои булки, гамбургеры, еще что-то, и давай это поедать. И мы так постояли и подумали, боже, почему они так это делают, зачем они это делают? Можно спуститься вниз и красиво отобедать в недорогом ресторанчике. Тут очень вкусно кормят на самом деле. И вы знаете, какой будет ответ? Люди, даже молодые люди, потратив немножечко энергии, вынуждены, поднявшись сюда, забросить себе новое топливо, потому что это углеводная зависимость. А мы что с вами делаем? Мы с вами ставим организм в такие условия, чтобы он перешел на липолиз. То есть в случае чего, чтобы он мог мобилизировать энергию из жировых депо. Но для этого нужна определенная перестройка, определенная культура питания, определенная дисциплина в конечном итоге, а не так, чуть что, сразу забросил себе углеводов в топку. Так вы никогда не приведете свое тело в идеальное состояние. Желаю вам жить в идеальном теле и видеть своими глазками очень-очень многие места. Я, например, не рассчитывала, что я увижу в прошлом году Этну, а в этом году Везувий. Извините, для этого тоже нужно иметь определенный уровень здоровья. До новых встреч!